Мне. Здравствуйте, с вами Александр и Полина, да. И мы сейчас едем вместе с дочей по черенки, по саженцы, ивы. И да, и просто прокатиться, да? Ладно, заводимся. На улице немножко вот мороз. Ини уже тает, уже теплеет. Ну и мы с утра пораньше поедем кататься. Сейчас заводим на спортивный драндулет. Вот тут со вчера повороты остались выключены. Ой, дворники. Ой. Полин, что ты тут вчера понавключала? Все чикает, пикает. Так, ладно, поехали. Масло что-то долго тухнет, блин. Надо посмотреть, что с ним не так. Так, ну поехали. Да, Полин, едем? Тут немножко, в прошлый раз на УАЗике катался и увидел опять очередное для меня золото. Посадочный материал. Сейчас мы протрем зеркало, чистяку. Ой-ой-ой. Надо еще разочек. О, бончик. Наш любимый поворот. И навстречу солнце. Ой-ой-ой, как тут все грязненько. Ой, двигатель тоже. Протрем. И едем дальше. Не будем затягивать. Сзади у нас прицеп, как раз для черенков. Там их немало, я в прошлый раз ехал. Сколько смог в салон запихнуть, то столько я запихнул. Из этого получилось там немножко, но все равно как-то маловато. Что там, Полин? Как поездка, нормально? И бончик вон бежит, впереди бончик. Не видать бончика. Вот такая красота. Рейдер почистил. На УАЗике до этого ездил, тут как раз трэш-трэш дорога была. Чистят нам по праздникам, условно. Поэтому каждая чистка для нас праздник. О, даже эти кучи заровняли. Да тут теперь вообще будет классная дорога. В общем, едем в магазин на мусорке, на свалке. Покупать саженцы, черенки. Вот они, эти кучи песка сравняли. Скорее всего, по городу чистили. После зимы дороги, ну, это остается такой как бы мытый песок. Так, мы уже почти приехали в наш помоечный магазин. Ой, бончик вон. Ну это, хавайся с колес. Так, вот такая тут красота. Так, и мы в принципе уже приезжаем, подъезжаем. Где-то это здесь, где-то здесь, не, чуть-чуть дальше. В общем, ролик будет называться «Деньги с помойки». Так, первая остановка. Быстренько закинем. Полин, пойдешь или посидишь в машине? Первая остановка. Это у нас вот такая вот красота. Сейчас резкость настроена. Так. Немножко хвойничка. Опять же, смотрите, какие великолепные черенки. Вот он, череночек, готовый. Вот он, отрывай. Как бы с пяточкой. Ой. Вот он, пяточка, череночек. Ну ладно, не будем голову заморачивать, сейчас пока не будет. Отличные черенки. Да, и Полина вышла помогать. Ну иди помогай. Так, загружаем наш посадочный материал для черенкования. Наше золото. Зеленое золото. Да. Здесь, блин, оно уже немножко начало подвяливаться. Уже неделю лежит точно. Блин, поехали дальше. Здесь все. Здесь мы все собрали. Да, здесь там мусоришка остался. Очень интересная веточка. Все, Полин, поехали дальше. Поехали. Давай, грузись. Ой. Давай, поехали. Поехали, нам чуть-чуть осталось. Или ты пешком дойдешь? Не, пешком не катит. Ну-ка. Забегай, залази. Да, залази. А ну, залазим в машину. Давай. Давай, лезь. Двигайся. И сейчас мы тоже. Чуть-чуть нам осталось проехать, да.
Чуть-чуть осталось проехать. Вон они, мусорные пакеты всякие. И чуть дальше была еще кучка. Так, не проглядел. Где-то здесь, где-то здесь. Где-то здесь. Ага, вот уже подъезжаем. Уже подъезжаем. Вот оно, вот оно, вот оно почти. Вот, вот эта вот куча. По идее здесь. Да, блин, выходим. Выходим, выходим. Выходи, выходи, выходи. Так. Вот он, Бончик прибежал, да? Бончик прибежал, хвостиком машет. Хороший мальчик. Так, что у нас тут? Ива, вот он, прекрасный черенок ивы. Вот такие у нее сережечки красивые, классные. А вот такие еще более классные черенки. Вот это стопроцентная приживаемость. Вот они, классные череночки. В темноте я в прошлый раз что смог схватить, то смог. Так, ну ладно, сейчас опять выставляем камеру. Да, 7 минут грузимся. Помощники вышли помогать. Да, помощники вышли помогать. Выстраиваем резкость. Отлично, я грузимся. Полин, ты побежала по дороге? Я побежала по дороге. Так что сверкали ноги. Это вы представляете, в парке где-нибудь нарезать такое количество черенков с какой-нибудь компьютерной сумкой, да? То, что в парке лежится, у меня здесь будет, наверное, отходы. Хотя тоже жалко, и даже вот такую веточку пытаюсь воткнуть в какое-нибудь ведро с водой. Так, забираем наши черенки. Уже не один год я здесь пасусь, черенкую всякое. Вот она, красная ветка, бересклет. То есть в парке бы максимум я вот это бы отрезал. А здесь у меня это отходы. Вот такую же мелочь я так уже на всякий случай тыкаю там в теплую грядку. А вось захочет жить и даст корни. Или я по темноте тут в прошлый раз много забрал. А, вон она. Вон она. Так что целый прицеп черенков за 5-10 минут. А ну развернем объектив. Полина, девочка, ты далеко собралась? Ого-го! Ого-го! Гуляй, гуляй, моя хорошая. Так, вот они. Череночки хорошие. Так, здесь что-то вперемешка. Это у нас что? Какая-то роза. Слушайте, даже неплохие черенки рос. Ну вот оно, втыкаю все. Ладно, разберемся. Будем потихоньку загружать. Вот он, бересклет. Ну что бы я в парке отрезал бы? Ну вот такую бы веточку. И то жалко, а тут вот мне полностью вся ветка достается. И жимость, что тут только нет. Так, ладно, не будем растягивать. Так, вот это вот персик, он нам не понадобится. Хотя кролики его очень даже неплохо живут. Откидываем его в сторону. Очищаем, очищаем. Тут персик, персик, персик. Да где-то я видел, как его. А, не в той кучке. Не в той кучке. Откидываем. Здесь у нас смородина. Блин, смородину вот тоже черенку не хочу. Ну какая-то она это. Давно ее порезали. Блин, ты лезешь поправлять-то? Все, тогда забираем вот эту еще небольшую стопочку ивовых черенков. И отправляемся до дома. Все, хватит. Да, на сегодня мы в магазине скупились. В магазине черенков. Да, у нас, представляешь, такая ветрозащитная посадка получится. Целый лес до небес. Да. Лес до небес с помойки. Итак, дорогие друзья, будем закругляться. Да. Вот такой у нас прицеп посадочного материала уже готов. Резкость, резкость, резкость. Вот такие вот великолепные черенки с таким сочным зеленым цветом. Не знаю, какая порода ивы сорт. Может быть, кто знает, подскажите.
такие очень жирные, мощные ветви. А ну, где стволик потолще, потолще. Вот такая вот кора получается. Вот такие вот стволики. Ну да ладно, чем больше разнообразия, тем лучше. Будем закругляться, девочка уже собралась уезжать, да? Уезжать, грузись в машину. Давай, грузись, поехали домой. Да, вам, дорогие друзья, желаю всего доброго, счастья, здоровья. Садить деревья, созидать вот этими вот руками. Побольше живой еды в рационе, фруктов, плодов. Никаких ни в коем случае не брать наших меньших. И все у вас будет хорошо. Всем всего доброго, счастья, здоровья. Пока-пока. Ого-го-го! Пиби, мы едем домой. О, Полин, посигналь. Да, сигналь здесь сколько хочешь. А то бедные соседи нам спят или отдыхают, а ты пим-пим-пим-пим-пим. Дверь закрыть? А ну, закрывай дверь. Хо-хоу. Да, пока-пока, пока, пока-пока. Так, может, тебя завести, и ты поедешь? Хо-хо-хо. Пи-би-би-би. Пи-би. Пи-би-би-би. Еду, еду на машине, еду за рулем, песню поем. Тра-та-та-та. Пи-бип, пи-бип. Пи-бип-бип-бип. Хо-хоу. Пи-бип-бип-бип. Пи-бип. Ура-ура-ура. Ура-ура-ура. Какой вкусный компотик мама сварила. Ох и компотик. С него день начинается, да. Пи-бип-бип-бип. А это Бончик, хороший мальчик. Хороший Боня мальчик. Боня хороший. Покажи, как ты умеешь. Боня, Боня, или ты устал? Устал бегать, да, устал бегать. Ну ладно, всем всего доброго, счастья, здоровья. Пока-пока.